Где деньги, Фунтик? Жопа вообще, Тим. Я вообще на мели. Девушка у тебя зачетная. Не те лярвы, с которой ты обычно общаешься. Спасибо. Чувак, это эконом-вариант. Я тебе говорю, вообще на нее считаю, ни копейки не трачу. Чувак, я не собираюсь всю жизнь сидеть здесь и рассылать резюме всяким уродам. Ты вообще помнишь, что ты по основной специальности? В первых рядах армии безработных по-прежнему юристы, маркетологи и бухгалтеры. Тачка нужна одноразовая и водитель. Ты с нами? Что за поносник с тобой? Не, ребят, я такой фигней больше не занимаюсь. Как бизнес твой? Процветает. Расширяться надумал. Слышь, Башмак, тачку помой. Ну, не будем тебе мешать. Если я с вами, все делаем по уму, без самодеятельности. Не пьем, не блюем, не дрочим. Хороший выбор. Оп. Ну, похоже, ты компенсируешь, правда? Чего? Ну, в смысле, писун у тебя вот такой вот, поэтому ты берешь такой пистолет, вот такую машину. А, не, это не для меня. Маски давай. Это тебе? Это тебе. Мы что, на утренних собрались? Там был только Бэтмен и медведи. Я взял медведей. Надо было баранов брать. Жор, машину надо гнать. Ты дебил? Это не машина, это Жигули. Она вообще заведется? В самом мире лучший автомобиль и надежный. Электронику проверь. Какая электроника? Это шаха, блин. Это наш последний шанс вылиться в люди. Если мы сейчас заложаем это дело, мы нахрен никому не нужны, понял? А что не позвоню? Моей сестре проблемы возникли, я решал их. Так ждала, так ждала. Какая-то агрессивная для девушки. Я гопников не люблю. Это кто? Ты все неправильно понял. Это просто мой друг. Просто друг. Ну, классно. Сегодня докторша идет ко мне домой фильм смотреть. «Сумерки» одолжишь? Айдоны, кварталы, жилые массивы. Я ухожу, ухожу. Красиво. Дай 10 рублей. Ну, пошел вон отсюда. Раньше в советское время вот были добрые фильмы. Я как бы считаю, вот фильм «Гараж» хороший. Там вот Деточкина воровал как бы автомобили. Вот. Подожди, пожалуйста. Ну, такие вот светлые должны быть, как бы, эти фильмы.